4 человека погибли в Славянске, сообщает агентство ИТАРТАСС со ссылкой на лидеров самопровозглашенной Донецкой республики. Киев пока своих данных не называет. Бой в Славянске продолжается с минувшей ночи. За ситуацией следит моя коллега Ульяна Малашенко. Ульяна. Спасибо, Лика. В Славянске огневые точки бойцов самопровозглашенной Донецкой республики расположены в жилых массивах и на крышах промышленных цехов, в зданиях двух городских заводов, а также в районе заправки. Именно туда, судя по сообщениям очевидцев, стреляют украинские военные. Очевидцы пишут о прямом попадании в здание горсовета, где находится штаб самопровозглашенного мэра Славянска Вячеслава Пономарева. О том, что с ним происходит, пострадал он и вообще какова его судьба, правда, данных нет. Но помимо этого приходит сообщение о том, что один из снарядов попал в купол церкви, еще один повредил заправку, и в городе начался пожар. Бойцы самопровозглашенной республики утверждают, что украинская армия якобы использует установки «Град». Вместе с тем украинские СМИ пишут и о том, что у противников киевских властей есть тяжелое вооружение. Речь идет о самоходной установке «Нона», которая передвигается по городу. Ее, кстати, судя по сообщениям руководителей спецоперации, уничтожали уже несколько раз. Сейчас местные жители в социальных сетях пишут о том, что над городом появились и самолеты украинской армии Су-25. Самопровозглашенные власти заявляют о 4 погибших. Руководители украинской спецоперации ситуацию пока не комментируют, а в городе продолжают слышать канонаду. Сегодня утром сразу 2 средства массовой информации, «Эхо Москвы» и агентство Bloomberg, сообщали о том, что Москва и Киев могут начать переговоры об урегулировании кризиса на Юго-Востоке уже сегодня. Более того, по информации Bloomberg, встретиться для этого должны были 2 президента, Владимир Путин и Петр Порошенко. Произошла ли эта встреча или нет, пока неизвестно. Зато известно, что в Одессу приехала помощник госсекретаря США Виктория Нугланд. Она встретилась с главой Днепропетровской областной администрации, бизнесменом Игорем Коломойским, мэром Одессы Геннадием Трухановым и губернатором Одесской области Игорем Палицей. Общение происходило за закрытыми дверями, о чем именно говорили все участники этой встречи, неизвестно. То, что смогли увидеть журналисты, это небольшое приветствие Виктории Нуланд. Она сказала, что ей нравится Одесса и подтвердила, что США будет способствовать урегулированию кризиса на юго-востоке Украины. Помимо этого, после окончания встречи вышло сообщение, в котором говорилось о том, что речь во время этих переговоров шла об интересах американских инвесторов на Украине. Но, правда, о каких именно проектах, о каких именно компаниях упоминала Виктория Нуланд и другие участники этой встречи, не сообщается. Лика. Спасибо, Ульяна. Ульяна Малашенко о ситуации на юго-востоке Украины.